Привет, друзья и ученики! Сегодня коротенькое видео-превью о моем новом плейлисте. Вы знаете, я играю в хоккей, являюсь хоккейным вратарем, поэтому все мои тренировки, силовые, либо какие-то другие, направлены на функциональность. Хотя такого понятия, как общая функциональность, не существует, но все же, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, это о том, что мне нужно, помимо того, чтобы быть большим, сильным, нужно быть подвижным, нужно быть выносливым, нужно иметь хорошую реакцию, и чтобы все мои координационные действия были резкими, и все мои мышечные группы работали скоординированно. Многие из вас не знают и не понимают, что работая на тренажерах, особенно над какой-то отдельной мышечной группой, мы нарушаем координацию. Да, действительно. Самые лучшие координационные упражнения – те, которые выполняются со штангой, когда мы выполняем, к примеру, тяжелоатлетический толчок, рывок, приседания, становые тяги. Как вы уже догадались, это те упражнения, где работают все мышцы комплексно, ни тренажером, ни чем-либо другим, не исключая из работы мышцы-стабилизаторы. Только так наше тело учится работать координированно. Если вы большую часть времени тренируетесь в тренажере, то вы только нарушаете свои координационные возможности, способности и даже ухудшаете их. О чем будет данный плейлист? Как вы уже догадались, данный плейлист будет в первую очередь для тех, кто занимается хоккеем, неважно, полевой вы игрок или вратарь. Для вратаря, естественно, я буду давать больше советов. Повторюсь, что я не являюсь профессиональным вратарем, всего играю 7 лет. Половина из них играл в России, половина играю теперь в Америке, потому что живу и работаю в этой стране. И 7 лет назад я впервые встал на коньки, чтобы вы понимали. Не знаю, каких достиг я результатов, сам я себя оцениваю как мешок, потому что совершаю очень много ошибок, но это будет полезно как раз-таки для таких ребят, которых большинство, кто играет в НХЛ, ночной хоккейной лиге, это есть по всему миру, как, что делать, какие ошибки не делать, как избегать ошибок, о всем своем опыте я буду рассказывать в этом плейлисте. В России, играя, я, к сожалению, не достиг каких-либо результатов на любительском уровне. Мы всегда были в середине турнирной таблицы или в конце. Но это неплохо, потому что, играя за слабые команды, я получал огромное количество всевозможного опыта. И, как в фильме «Крикуны», пытался самосовершенствоваться. Изучал все свои ошибки, пытался их исправить, найти их причину. Это в работе вратаря самое главное. Естественно, в интернете, особенно в русскоязычном, очень мало подобной информации. Я буду с вами делиться ею. Это же видео и эти статьи будут полезны не только для хоккея, будут полезны и для футболистов, для баскетболистов, потому что мы с вами будем работать в основном в тренажерном зале, дома, выполняя специальные упражнения, которые будут давать нам силу, взрывную выносливость, повышать общую выносливость. Такого понятия тоже нет, потому что если многие до сих пор думают, что есть понятие общая выносливость и достичь ее можно, тренируя сердце, сердечно-сосудистую систему, то это совершенно неправильно, это заблуждение. Мы с вами повышаем выносливость, тренируя мышцы определенным образом для достижения определенных целей. На моем канале уже есть видео о выносливости, но будет еще больше. Будут видео как для подростков, так и для взрослых мужчин. В Америке я достиг неплохого уровня, хотя остаюсь тоже, конечно, мешком, но при этом, играя за две различные команды в разных лигах, в одном сезоне у меня получилось с одной командой выиграть плей-офф, а в другой команде, которая играет в более высоком дивизионе, не знаю как, мы выиграли весь сезон, и
плей-офф. Причем в финале плей-офф сыграли 3-0. Получили кубок. Это большое достижение для меня, большая гордость. Поэтому делюсь ею с вами. Каждый хвастается тем, чем может. Так вот, этот плейлист будет посвящен не столько накачке, не столько бодибилдингу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, сколько функциональным возможностям, характеристикам нашего с вами организма. Вы знаете, да, наши качества: сила, выносливость, скорость. Все это мы будем с вами нарабатывать. И самое главное, будем сохранять и улучшать наше с вами здоровье. Еще поделюсь с вами приятной новостью. Компания Miklin, которой я пользуюсь все время с первых шагов, покупаю у них свою форму. Я заключил с ними контракт, они сделают мне новый комплект формы. Я буду вам рассказывать о том, почему я выбрал именно эту русскую компанию, а не воспользовался услугами, к примеру, известных канадских, американских компаний. В чем преимущество и почему я всем настоятельно рекомендую использовать именно компанию Miklin. Ссылки на нее я дам в описании к этому видео. На мой взгляд, это лучшая возможность для вас приобрести комплект профессиональной, подчеркиваю, профессиональной экипировки для хоккейного вратаря по минимальным затратам. Причем Глеб, кто является владельцем компании, сам действующий вратарь, с ним вы можете всегда проконсультироваться, пообщаться, что я и делал, подобрав под себя именно тот комплект формы, который вам необходим. А для нас с вами это имеет первостепенное значение, потому что вратарь получает такое огромное количество ударов этой большой пулей, что можно получить серьезные травмы. И если вы не используете хорошую профессиональную экипировку, защиту, вы можете закончить с карьерой своего спортивного долголетия. Вы просто не сможете играть, получите серьезную травму. Это очень больно, поверьте мне. Еще хочу поделиться с вами новостью. Вот пришла форма из России. Есть такая компания в России, Мастер Флаг. Базируется она в Тольятти. Я настоятельно рекомендую вам использовать эту форму. Почему, опять-таки, я не купил, не заказал в Америке? В основном все равно все делается в Китае, и качество материала, которое сейчас предлагает компания Master Flag, очень высокое. Вы сможете играть долго в этих хоккейных свитерах. Отличные цвета, различная ткань. И соотношение цена-качество сейчас в мире это, на мой взгляд, лучшее. Почему? Потому что, заказывая такой комплект формы, а даже не комплект, только майку, мы заплатили здесь в Штатах, заказав на всю команду, вышло где-то $60 только на майки. В мастер-флаге мы заказали гетры и хоккейные свитера. Вышло нам это $35 всего за комплект. Да, за такой хоккейный свитер и за гетры. Ну что, хватит сегодня говорить о том, что будет. Увидимся на моем канале и в тренажерном зале. Пишите комментарии, ставьте лайки, а в комментариях не забывайте указывать вопросы, интересующие вас темы, о чем бы вы хотели увидеть в моих видеороликах. Всем пока!